Я хочу без пафоса сказать, о войне не скучают. Я переживаю сейчас за каждую девочку, санитарочку, медсестру, врача, которая рискует своей жизнью каждый день, своим здоровьем. Вот. Я не хочу таких испытаний больше никогда. Это большое зло, это тяжелая болезнь. Усилия приходится прилагать неимоверные. Сколько вы не были дома? С 5 мая. Сколько еще не будете? Время покажет, полтора месяца, наверное, точно. Режим работы, конечно, у нас изменился. Мы стали работать суточно. Полтора месяца я уже не вижу своего сына. Некоторые из этих докторов уже находятся 4-5 сутки там, потому что пульмонологи на вес золота. Часть больниц перепрофилирована под лечение пациентов с коронавирусом. Вот это потребовало перепрофилирования врачей, перепрофилирования лечебных учреждений, алгоритмов всех, логистики и так далее. Поменяла специальность, теперь я врач-специалист по работе с пациентами с коронавирусной инфекцией. Нагрузки колоссальные. То, что могли мы сделать из того, что имели, это все сделано. Поняли, что все то, что написано в книжках, это не всегда так, а практика совершенно более жесткая и болезненная. Нет права ни почесать себе кожу, ни коснуться глаза. Это даже не объяснишь. Просто долг, работа, все. Взяли вы, засели, поехали. Очень просим о мечей. Сделать все, что только можно, чтобы у нас было меньше работы.